Меня зовут Жила Михаил, живу на Борщаговке, работаю со строителем поездов на железнодорожной станции. Как бы все. Понял. Про Цигун знал достаточно мало, потому что, в принципе, я им особо не интересовался. Да. Почему вы решили испробовать их? Значит, тут два момента. Во-первых, меня интересовала всегда восточно-оздоровительная система. А во-вторых, я здесь увидел некоторые моменты, которые были упущены в занятиях ушу предыдущим. Вот. То есть наставник, скажем так, предыдущий не акцентировал на этом внимание. А они очень важны. То, что нужно раньше вставать, заниматься. Вот. Общение с новыми людьми. И, конечно же, то, что я смогу потом использовать в будущем. Практики прежде всего, да. Прежде всего практики. Прежде всего успехов, конечно же. Успехов во всех делах, не только начинаниях, но и те, что ведутся по жизни. Вот. Побольше людей, которые бы этим интересовались и приходили бы на ваши занятия. Вот. А відносно курсу, що би ви змінили, щоб курс став ще більш ефективнішим і цікавішим? Що би ви от особисто змінили? Або додали, там, не знаю, які рекомендації? Що би змінив? Мені кажеться, настільки все хорошо сложено, что... Хотя вот есть моменты, да, но это ж опять-таки, это уже... Допустим, за эти 12 занятий немного не успеваешь за действиями, то есть они настолько быстро происходят. Хорошо было бы, допустим, за одно занятие разрабатывать одно какое-то упражнение из сложной практики. Вот. И таким образом, их там 8 упражнений, то можно было как более так подробно разобрать. И, конечно же, надо акцентировать внимание на том, чтобы человек занимался дома обязательно, потому что без этого совсем никак надо. Вот. А так, в принципе, чай очень вкусный. А курс хороший? Курс очень хороший. Курс понравился. Вообще, это очень хорошо, что автор решил вложить в систему, в курс какой-то определенный, а не просто что-то такое в виде импровизации. То есть именно как система. Система – это всегда хорошо. Спасибо, Миша. Іоніна Наталія, працюю керівником гуртка. Що ви знали про Цигун до того, як почали відвідувати заняття? Нічого не знала, але так десь далеко-далеко чула, що це якась гімнастика, яка пов'язана з диханням. Чому ви вирішили спробувати? Я не вирішила спробувати. Мене просто життя поставило в такі рамки. Ситуація з моїм здоров'ям поставила в такі рамки, що мій лікар, який є нетрадиційним лікарем, нетрадиційної медицини, мені рекомендував знайти інструктора або якийсь гурток, який займається цигун. Він цим безпосередньо не займається, але сказав, шукай. Що ви отримали за ці 12 занять? Яка користь, відкриття, висновки чи задоволені результатом? Що отримала? По-перше, за тим, за чим я прийшла, я отримала в повному обсязі, в повній мірі і навіть я так вважаю, що і більше. Тобто 12 занять мало. Поняв, це буде основна фраза. Дякую. Дякую вам. Меня зовут Денис Дородных, я работаю в медиасфере, скажем так. Интересовался давно цигун, но интерес этот оставался
так, не раскрытым, подробно не вдавался в детали. Просто все это было на уровне каких-то вот из фильмов про Шаолинь, что-то такое. Вот давно хотел попробовать, потому что, скажем, пробовал разные активные формы занятий, немножко занимался единоборствами, немножко занимался йогой, но вот почему-то много лет мне это как-то вот сидело в голове, эта идея, что нужно все-таки попробовать заняться цигун. Вот, и наконец-то, благодаря Андрею, у меня такая возможность появилась. А, значит, ну, 12 занятий – это мало, однозначно. Вот. Но, тем не менее, удалось, по крайней мере, в упрощенной форме выучить комплекс основной. Вот. Значит, что я понял? Нужно постоянно работать с телом, чтобы тело было живым. Потому что мы живем все в каких-то своих стандартно заданных нашей жизнью формах, мы зажаты, и поэтому просто необходимо осознанно подходить к телу, и вот занятия именно это мне и дали, потому что я стал прислушиваться, какие мышечные группы у меня работают, какие забиты, и это помогло мне как-то вот немножко даже улучшить физическое состояние, потому что, например, я перестал сутулиться, некоторые мне говорили, что я даже стал выше ростом. Вот. Да, занятия мне очень понравились, жду продолжения. Хотелось бы почаще. Одного раза в неделю этого мало, хотя бы два раза в неделю, вот. А лучше три. Да. Вот. Ну и, как говорится, успехов и добра. И останнє питання важливе для мене. Що би ви змінили, додали в курсі цьому, яким пройшли за 12 занять, щоб курс цей став ще більш ефективнішим і цікавішим? Ну, наверное, вот первую часть курса нужно вообще не отвлекаться на усложненную форму. Нужно вот зазубрить простую форму, чтобы оно отскакивало как без мыслей, чтобы тело само выполняло его. И только потом уже усложнять. Вот, по-моему, так.